Следующие несколько минут мы собираемся показать вам беспрецедентную инновационную технологию, которая уже сейчас позволяет сотням людей мгновенно опережать лучших трейдеров с Уолл-стрит, даже если они ничего не знают о трейдинге или не имеют никакого опыта в этой сфере. То, что мы собираемся вам показать, это программное обеспечение со встроенным искусственным интеллектом. Если вы ничего не знаете об ИИ, это меняет правила игры, и это меняет правила игры для людей в сфере их личных финансов. Итак, мы сейчас здесь с Quicksilver, создателем этой потрясающей технологии, а также одним из самых выдающихся трейдеров на планете на сегодняшний день. Я хочу немного рассказать вам о нем. Я встретил Quicksilver во время партии игры в гольф здесь, в Южной Флориде. Когда мы начали играть в гольф, я уже знал, что в этом парне есть что-то особенное, то, как работает его мозг и его уникальное видение. В итоге я выяснил, что его уровень IQ 182, и он на 93-м месте среди самых высоких IQ на планете. Всего через несколько секунд вы увидите, что его мозг работает совсем иначе, чем мозг обычного человека, чем мой мозг. И, конечно же, у Дэйва есть очень интересная история. Итак, Дэйв, почему бы тебе не рассказать вкратце о том, как ты пришел к этому открытию, о том, как ты занимаешься трейдингом, о своем успехе и о том, как появилось это программное обеспечение? Конечно. Я занимаюсь трейдингом чуть больше 20 лет на сегодняшний день. И временами это было непросто, совсем непросто. Вначале я нес убытки и убытки и убытки. В уме я понимал, что моя система работает, но в ней чего-то не хватало. Ей чего-то не хватало в самом начале, и после нескольких лет убытков я пришел к тому, что нужно было все заново проанализировать, что я и сделал. В результате я разработал несколько дополнений к своему алгоритму, и после этого я каждый месяц утраивал свой счет 16 лет подряд. Я не знаю, услышали ли вы это. Повтори, пожалуйста, еще раз. В течение 16 лет подряд каждый месяц я утраивал свой счет. В целом, все, что я сделал со своей трейдинговой системой, я постарался исключить, насколько это было возможно, наиболее рискованные сделки. Кроме того, внутри рынка было множество различных факторов, которые каждый раз повторялись, если рассматривать их в целом. И в конечном счете, я разработал отличную систему. Я начал работать. Мне позвонил мой друг Роб, он был трейдером на Уолл-стрит. Он работал на хедж-фонд под названием Platinum Partners. Он позвонил мне и сказал: «Знаешь, Дэйв, у меня есть идея. Ты занимался для меня трейдингом, и все твои сделки всегда работали. Я хотел узнать, не хотел бы ты попробовать себя в этом?» Они взяли меня и дали мне сначала несколько небольших счетов. И я стал делать то же, что и делал. Я утраивал свой счет, и я стал утраивать их счет. В итоге они назначили меня управлять пенсионным фондом тюрьмы штата Нью-Йорк. Это огромный счет, сотни миллионов долларов. Я не знаю, знаете ли вы, как работают хедж-фонды, но хедж-фонды лишь гарантируют определенную сумму денег в месяц своим вкладчикам. И мы давали 20% годовых. И, конечно же, хедж-фонд получал остаток по счету, когда мы утраивали его каждый и каждый месяц. Очевидно, что хедж-фонд зарабатывал большие деньги. Через какое-то время я решил, что хочу заниматься этим самостоятельно на свои собственные деньги. Я почувствовал, что у меня есть идея, с помощью которой мы можем охватить большую аудиторию и действительно помочь многим людям. Ведь если мы отдавали лишь 20% хедж-фонда, почему бы не позволить людям заниматься трейдингом на свои собственные деньги и дать им такую же возможность зарабатывать хорошие деньги? Это отличная идея, не считая того, что в теории я не могу заниматься трейдингом за всех этих людей. Таким образом, я решил создать алгоритмическую программу, которая использует искусственный интеллект, чтобы совершать умные сделки. Она не будет совершать так же много сделок, как трейдинговая система, работающая вручную, но она отсеет множество сомнительных сделок. Так ко мне пришла эта мысль. Я проводил слишком много времени, сидя за компьютером, не играл достаточно в гольф, не занимался любимыми делами. Но теперь я могу дать людям возможность совершать сделки так же, как это бы делал я, без необходимости иметь какие-либо знания в области трейдинга. Это потрясающе.
Результаты, которые мы видим, я имею в виду 780 покупателей и их количество, растет с сумасшедшей скоростью, не могут быть ошибочны. Если вы часть нашей тестирующей группы, вы видите ошеломительные результаты, которые дает это программное обеспечение. Мы можем продемонстрировать людям, которые сейчас смотрят это видео, как это работает при тестировании на основе реальных исторических биржевых данных. Итак, мы сейчас проведем тест, используя реальные исторические биржевые данные на паре евро-доллар США. Наиболее популярной валютной паре на рынке Форекс. По ней совершается больше сделок, чем по любой другой валютной паре. Что мы собираемся сделать? Это провести тест на счете в $5000 в течение одного года на основе реальных исторических биржевых данных. Это реальные данные в реальном рынке. И если вы нажмете на паузу и посмотрите дату и время, это будет точная сумма сделки в долларах в этот момент. Вы можете посмотреть исторические данные компаний, например, NetDania или Bloomberg, и самостоятельно проверить данные. Они в точности совпадут. Итак, я собираюсь запустить счет на сумму $5000 на валютной паре евро-доллар в течение одного года с 1 сентября 2017 по 1 сентября 2018 и посмотреть, что получилось. Приступим и нажмем на старт. Через несколько секунд вы наглядно увидите, как это происходит. Итак, рынок начинает двигаться, как вы можете видеть, и мы посмотрим, как это работает в ускоренном режиме до конца года. Towards the end of the year. Что показал тест? Произошло следующее. Счет, по сути, увеличился с $5000 до $6891.54, что это означает? Это очень хороший доход. Но помимо этого, программа идет гораздо дальше. Просто чтобы вы понимали, это почти 38-процентный доход от инвестиций за один год на одной валютной паре. Именно так. И программа будет совершать сделки как минимум на 5 валютных парах. Так она работает в настоящее время, и будет еще 6-я пара и больше. Именно так. Таким образом, программа не будет стараться принести вам огромную прибыль на каждой сделке. Она будет давать вам маленькую прибыль на каждой сделке. Для счета с суммой $5000 она может заработать $60-$66 на этой сделке. Но самое удивительное не в том, как она зарабатывает. Существует множество трейдеров, которые получают прибыль не обязательно с высокими процентами, но тем не менее они ее получают. То, что делает нашего трейдера особенным, это то, как она управляет убытками. Мы хотим дать вам представление о том, что Бенджамин обладает встроенным искусственным интеллектом, который распознает в самом начале сделки, будет ли она в вашу пользу или нет. Итак, что он делает? Как вы можете увидеть здесь, на этом этапе он принимает решение, что эта сделка не будет выигрышной и создает хедж на этой позиции. В результате он несет убыток в $130, но в то же самое время получает прибыль в $135.66. Таким образом, он хеджирует сделку. То есть, пока эта сделка идет в минус, другая идет в плюс. И когда достигается ноль, он закрывает сделку. Как вы видите, в отличие от любого другого трейдера на рынке, он принимает превосходное решение. Искусственный интеллект сказал нам в этом месте, что мы не выиграем по этой сделке, и сделал хедж. Он мгновенно увидел, что даже хедж не будет в вашу пользу, и сделал второй хедж. Он тут же понес убытки на сумму $319.43, но получил прибыль $310. Таким образом, он все же понес убыток, но уменьшил его, сделал его приемлемым. Каждый может позволить себе небольшой убыток. И вот здесь то же самое. Здесь множество ситуаций, в которых он делает то же самое. Несет убыток $292.32, но при этом тут же получает прибыль $327. То есть для большинства убыточных сделок, и я сам видел это на личном опыте, он по сути приносит прибыль, минимизирует убытки или выходит в ноль. Именно такой мыслительный процесс лежит в основе искусственного интеллекта. Я уделил много времени тому, чтобы он работал над проигрышами, над сделками, которые пошли не так, как должны были. И вместо того, чтобы фокусироваться на совершении сделки, я хотел, чтобы искусственный интеллект мог сказать: «Эй, сейчас оптимальное время выбираться из этой сделки».
Это оптимальное время попытаться выйти в ноль и уносить ноги. Факт в том, что на рынке никогда не существует такого трейдера, который выигрывает 100% сделок. В этом и заключалась моя мысль при создании искусственного интеллекта, который управляет убытками. Давайте посмотрим дальше. То есть на убыточных сделках мы видим, что он выходил в ноль, но подавляющее большинство, если мы пролистаем ниже, будут выигрышными. Да, даже в плохой, ужасный месяц он выигрывает 80%. В хороший месяц он выиграет 90, 92, 93%. То есть вы знаете, что вы будете выигрывать с высоким процентом, и, как вы сами видите здесь, пока я все это пролистываю, это все выигрышные сделки. А я листаю очень быстро. Вот одна проигрышная сделка. Здесь убыток $356, $36. Но затем прибыль $396. То есть даже убытки Бенджамина в течение всего периода на основе реальных биржевых данных компенсируются прибылью. Здесь было несколько сделок с убытками в несколько долларов и множество сделок с прибылью в несколько долларов, но все они в той или иной степени безубыточны. Пока я листаю вниз, мы опять видим то же самое. Убыток $356, $36 и прибыль $396. Затем через какое-то время убыток $169 и прибыль $173. Таким образом, каждый раз, когда он несет убыток, компьютер и искусственный интеллект делают так, чтобы помочь выйти из этой сделки с минимальными потерями. Потрясающе! То есть представим это в перспективе. На одной валютной паре евро-доллар за один год он заработал 37,8%. Большинство людей все бы отдали за такой уровень дохода. И вы знаете, вы не получите такого ни на фондовом рынке, ни в инвестиционном фонде, ни в индексном фонде. Вы никогда не увидите там ничего подобного. И это все лишь на одной валютной паре, а он будет совершать сделки на 5-6 валютных парах. Посчитайте сами, я хочу удостовериться, что вы понимаете, что это не способ быстрого обогащения. Это не сделает вас миллионерами за один день, но через какое-то время вполне возможно. Это то, что поможет вам стабильно увеличивать свой счет. Хочу, чтобы вы представили, если вы зайдете на любой калькулятор сложных процентов в интернете и введете эти числа, как мы это делаем на нашем экране прямо сейчас, если бы вы получали всего лишь 10% в месяц, что, как вы сами видели, даже меньше половины того, что эта программа способна дать, и начали с суммы $5000, то через 60 месяцев или 5 лет эти $5000 превратятся в $1,5 миллиона. Мы, конечно же, не можем в точности гарантировать, что это случится с вами, но это история Питера Битику, который является одним из соучредителей Silver Star Life. Он начал со счета $45000, и, как он сам говорил мне, его доход никогда не превышал 10% в месяц. И он увеличил свой счет с $45000 до $4,2 миллиона. В этом и заключается сила подобной технологии, которая работает в долгосрочном плане. Это просто невероятно. Если вы сейчас смотрите это видео, у нас есть для вас специальное предложение получить доступ к Бенджамину, одному из первых трейдеров на планете, который использует искусственный интеллект, чтобы приносить вам прибыль, как мы только что продемонстрировали вам.